Мне без разницы, кто там что подумает. То есть я считаю себя действительно, да, дочка в Дубае учится. И на английском общаются. Вот. Поэтому помощница, которая готовила лагман, у нас слилась. Поэтому, когда вы бедны, кто из вас беден, нет, никто в этом не виноват. Только вы сами, к сожалению. К сожалению, вам интересно, Либерж правда бухает. Да посмотрите на ее харю. Посмотрите на харю Либерж. Она не просто бухает, сука. Она лицо бухнины. Вперите камеру на полосу. Это Либерж, это лицо дешевого портвейна. То есть вот если бы я занимался дешевым портвейном, просроченным, вот эту харю бы я херячил бы на банке, даже не мыл бы. Этот портвейн бы херячил бы в грязные банки бы. И с одной стороны херячил харю Либерж, с другой стороны харю Алианы. Не, Алиану бы это как его, на тухлую кабачковую икру мандошил бы, причем снизу, на дно, сука. На дно этих животных, блядь. Вот я не... Как только начинаю херню всякую нести, сразу вас больше появляется. Ой, блин. Что вы за люди? Вот нравится, да, вам, когда чуй какую-нибудь шляпу несет? Зачем так? Да поржать просто. Да что я Жирика напоминаю? Где Жирик, где я? Я просто прикалываюсь все время. То есть, я не знаю, люди, которые воспринимают то, что я говорю, да ничего они мне не сделали, я просто прикалываюсь. Что мне сделали Либерж с Лианой? Ни хера, просто стебусь. Нет у меня друзей, блядь. Я сижу на цепи, прихожу, прям жену беру сразу за горло, сука, и начинаю душить. Сразу начинаю душить свою жену, в это время обсираю Либерж, душу жену и пытаюсь локтем долбить тещу. Это моя жизнь, я ору, все время ору. Я все время ору, то есть у меня... Ни секунды нет. Потом я сразу начинаю жрать эти, как они называются, успокаивающие. Потому что я нервно больной, я дебил из дома 2, сука. Я дебил из дома 2, да, вот. Я все, до сих пор страдаю по африкантовой, блядь. Да как вам помочь с работой? Ну приходите и работайте. Помогите с работой. Что это как... Да, про Бога. Я про Бога могу спокойно говорить, лошадь. Вот ты не можешь про Бога говорить. Я о чем мне? Мне Бог. Я с Богом. Я что, Богу что-то плохое сделал? Или что, я не пойму. А потом ты про Бога говоришь. Да говорю спокойно про Бога, конечно. Потому что делаю все по заповедям Божьим. А если меня какие-то собаки оскорбляют, то я в ответ. К сожалению, я не это как... не святой. Да, он пишет правильно. То есть, вот у вас странно, вам говоришь про какие-то умные вещи, то есть хочется поговорить о чем-то, то есть неинтересно. Как только говоришь, сука, животные тухлые все, джиган, он нахер никому не нужен был, начал называть всех петушками этого джигана, блять, миллионы просмотров. Он людей петухами называет, его смотрят миллионами. Ну, долбоебы, что я могу сказать? Ну, реальные дебилы. То есть, человек говорит, вы петухи. И все миллионами смотрят его. Моргенштерн говорит, все, с Новым годом сосите мою шляпу. Миллионы просмотров. Что вам надо? Я говорю, ребя, есть тема, как можно монетизировать ваши аккаунты. Рекламу, как можно монетизировать аккаунты, за рекламу получать подарки. А, неинтересно. Пойду лучше посмотрю, как джиган на чили. Чувак лежит в ванне. Что можно сказать?
говоришь про что-то хорошее, пытаешься что-то сказать, нахер не нужно. Только мата зарядил в три этажа. Вон тоже, что было дальше. Там сидят матерятся в три этажа. Веселые пацаны, хорошее чувство юмора. Сидят там хуй за хуй. Миллионы просмотров. Поэтому хер его знает, что вам надо. Не, не пустой, что он пустой? Не пустой, чемоданчик не пустой. Вот, чемоданчик. Чемоданчик не пустой, не видно. Поэтому дай бабло, чуй. На! Поэтому, ребят, мне тяжело что-то... То, что я хочу сказать, это нахер никому не нужно. Объясняешь, объясняешь, объясняешь. Все равно, сука, все равно достучусь. Я не остановлюсь. Впереди камера на полосу. Народ перестал верить. Народ сам себе не верит. Народ живет... Во что вообще? Я только и слышу. Народ не верит в правительство. Народ не верит тому. Народ не верит тому. Во что, сука, верит этот народ? Скажите мне. Скажите мне, во что, сука, верит этот народ? Во все не верит. Кого не спроси, ой, а этому доверять нельзя. Ой, а в это верить нельзя. В Бога? Не, в Бога не верю. В Путина? Не, в Путина точно не верю. А во что вы верите? Вы верите только в то, чтобы денег вам бесплатно давать. Вот в это все верят. Завтра начни давать всем просто так. Открой вот на улице, выйди, произведут в Боге сразу. Поэтому вот это, ой, а мы в это не верим. Да вы дятлы, а я верю. А я вот сижу, то есть вы не верите, сидите, хуй без соли доедаете. А я во все верю. Поэтому как-то... Да в чем разводит? Вот даже вы, это как говорит, вот народ не верит в Инстаграм. Блять, ребят, ну вы невменяемы. В весь Инстаграм не верите. Вы весь это как у Инстаграм. А что мне не... Вот смотри, вот ты, это как... Во-первых, лошадь задроченная. Не родители своих баб